Привет, дружочки-пирожочки, с вами товарищ Сафронов, и я не настолько большой фанат Человека-паука, но у меня есть огромный фанат Человека-паука, это товарищ... Ваня. Да, поприветствуйте его и поставьте лайки. Это мой сын Ваня и... Вань, давай, нам нужны пакетики с Человеком-пауком. Можешь одну выпульнуть пакетик? Хорошо. Давай. О, нет, пакетики с Человеком-пауком. Пакетики давай, выпульни, попробуй. Еще раз, дубль два. И... О, отлично, спасибо большое. Вот такие вот пакетики. Из фикс прайса по сколько-то там рублей. 5 пакетиков мы сегодня посмотрим. Спайдермен. Мы смотрели и японского Человека-паука. Очень советую вам посмотреть, это очень смешно. И сериал 90-х, вот там, где вот эти 90-х годов сериал, который я смотрел, то есть в детстве. Вообще классный. И фильмы Человека-паука. Вот такие пакетики. Значит, это официальный Marvel от Confederate, по-моему, это делает, если я не путаю. Сейчас посмотрим, подождите. Ну, неважно, короче, кто-то делает. Сберем паутину. Продается в фикс-прайсе. Да, поэтому можете посмотреть. Человек-паук, собери коллекцию, коллекционная игрушка, фикс прайс. Там 99, по-моему, 99 рублей. Мне казалось. Давайте распаковывать, посмотрим, что там за фигурки. Интересно посмотреть. Итак. Кто любит Венома, ставьте лайк. Буду надеяться, может, там Веном. И посмотрим, кто там вообще есть, что там за буклет. Я уже кто-то что-то... Ты видишь? Ой, нам этот пакет не нужен. Так. О, тут у нас, смотрите, пакетик внутри пакетика, чтобы вообще не было понятно. Так. Паутина. Буклет вон там я вижу. Ух ты, класс. Сейчас, подожди, направим. Так, и буклет. Так, буклет. Вот кто может... А, вот кто может помазаться. Человек-паук. Вот такой черный Человек-паук. Гвен-паук. Человек-паук. Кит Арахнид, это вообще не знаю. Что такое? Кит Арахнид. Напишите в комментариях, если знаете, мы не настолько фанаты. Арахнид, это красный. Майклс Морали. Нет, Майлз Моралес тоже Человек-паук. О, это нам попался вот в этом костюме. Человек-паук. Ну что я вам скажу, фигурка, она неподвижная, к сожалению, но сделана неплохо. Неплохо. Смотрите, костюмчик сделан на подставочке. Marvel написано, все дела. Открываем следующую. Спайдермен. Какого тебе хотелось, чтобы тебе попался? В черном костюме? И Гвен? Гвен-паук? Нет. А, в черном костюме. Да. Я бы Гвен-паук посмотрел, интересно. Она, потому что вот была в этом... Человек-паук с Майлзом Моралесом, ну, точнее, через вселенные. Там еще был этот Человек-паук, Свинопаук. Кит Арахнид только. И вот такой костюм Человека-паука, я не помню. Он классный, конечно, посмотрите, как он похож на Человека-муравья немного. Но... Человек-муравей. Там нарисован муравей-то. Подождите, тут все же написано. У нас опять повторочка, что ли? А, да, и тут написано, ой... Вот это сюрприз неприятный. Что? Он, этот Человек-паук, немного устал. Немного устал, смотрите. Этот стоит вот так. Они делают зарядку. Че это за Человек-паук? Итак, когда Питер Паркер пообещал стать Человеком-пауком, он знал, что костюм стоит... А, это его первый костюм. Типа, который он сам сделал, помнишь? Смотри, обычные штаны, кофта обычная, очки на какой-то маске. То есть это такой самодельный костюм. О, Ваня, это тебе идея. Это типа прототип костюма. Так, прототип это кто предварительная знает, версия. Кто знает, ты можешь лайк, ставьте лайк. Да. Так, следующая фигурка. Посмотрим, кривая или нет. Видите, у них опасность есть. Могут быть кривые. Могут быть кривые. Спайдермен. Надеюсь, там будут не только у меня сейчас эти костюмы. А, Человек-паук на плюс паутины. О, обычный, по-моему. Да, классическая фигурка Человека-паука. Должна быть вот эта. Проверяем. И, ой. Все, конечно, здорово, но они... Он падает. Вы посмотрите на них. Посмотрите на эти позы. Этот Человек-паук. Папа, ты не заметил? Объелся мух, который. Пап, ты не заметил? А у двух
Этот чуть-чуть назад, а этот чуть-чуть вперед. Да, этот назад сильно. Два. Смотрите, детализация, кстати, классная. Я все засмотрелся на детализацию. Смотрите, тут есть везде такие вот эти элементы, его мышцы сделаны, детали костюма. Детали костюма. Да. И две булки. Где? Какие булки? Понимаете? Да ладно, Вань. Две булки. Я даже не додумался до такого сравнения. Великий ужасный садик. Так, да, что мы смотрим дальше у нас тут? Ой, а я не посмотрел, тут оказывается пакет с одной стороны с красной вот этой вот штукой. Смотри, они все такие, да, да, да. И открываем пакет и смотрим, что у нас там. О, моя фигурка, которую я хотел, ГВН-паук попалась. ГВН-паук. У меня нет никакой своей паук. Черная фигурка ты хотел. Да. И ГВН... Да, это фигурки, в общем... О, они делают зарядку все. Раз, два, три, четыре. Либо раз, они шалтай-болтай, шатаются-болтаются. Вот такие мы вот. Мы крутимся. Так, я уже не буду тебе, Вань, ничего это давать говорить, а то опять какие-нибудь у тебя хлебобулочные изделия пойдут. В общем, фигурки, слушайте, ну нам попалось из небольшой коллекции в целом. Нам остался еще один пакетик. Если вам интересно, то поставьте большой палец вверх. И посмотрите пока, сколько нам осталось. Я пока скажу вам, если хотите видеть продолжение, то поставьте большой палец вверх. И если хотите поддержать канал, то подпишитесь на Яндекс.Дзен, ссылка в описании. Это помогает мне делать обзоры не только на популярные темы, но и на просто на какие-то интересные игрушки, которые хочется сделать. Поэтому ссылка на Яндекс.Дзен в описании. Ну, а у нас, между прочим... Осталось две фигурки. Две фигурки осталось. Черный. Вот этот, да, реально, слушай, у нас нет ни одной черной фигурки. Ни... Нет, ГВН. А, ну она черно-белая. А эти тоже. Черно-белый кот. Этот черно-белый типа паук, и наш тоже паук. Так. Женщина только. Да, девушка. Ну да, да, наверное, ну неважно. Девушка, женщина и девушка. Девушка тоже женщина, вот так. Да, девушка и женщина, это ничем не отличается. Ну это обычно возрастом говорят. Так, да. Все, мы не о том сейчас. У нас последняя фигурка. И я вам хочу сказать, что, во-первых, пока я не открыл последний пакетик, что сделан хорошо, если не подставки. Если вы знаете, вроде как можно в горячую воду эти фигурки опустить, выпрямить их и вот в этом положении оставить. И тогда, по идее, пластик должен выпрямиться. Вот, потому что пока он будет иметь память, и она через какое-то время, хоть я ее согнул, через какое-то время опять сдаст назад. Ну что ж ты, ГВН, сдала назад, как говорится в популярной песне. Нет. Вот, ой. А вот тут, видите, даже если сильно гнуть, то побелело. Блин, тут у нас не фокусируется ничего, потому что там много пауков. Вот, видите, более-менее мы поправили. Ну что ж, открываем последний пакетик в надежде найти там какого-нибудь Человека-паука, которого у нас еще нету. И раз, и два, и... О, нет, там я вижу уже красный Человек-паук. Ну что ж, повторка. Хотелось бы больше пособирать. Мы их-то пособираем, но за кадром, если как бы ролик не зайдет вам, вы не очень много там посмотрите его. Да, это третий костюм обычного Человека-паука. Ну хорошо, что он хотя бы ровный. О, этот идеально ровный, кстати. Этот идеально ровный практически, да. Хорошие фигурки. Не знаю насчет 100 рублей. Сами решите для себя. Но вы тут не платите, переплачиваете за мармелад и получаете по вашей любимой серии. Есть еще такие с Мстителями. Но я, по-моему, показывал их уже. Хотел что-то сказать? Да. Да? Сейчас. В общем, когда до этого товарищ Сафронов так поставил в ряд, ага, это как, мне показалось, как будто... Все Человеки-пауки ждали что-то ответа Гвена. А, вот так вот можно поставить, смотрите. Все ждали ответ. Все ждут ответ Гвен. А она такая, типа, а чё вас так много-то, ребята? А парни, у вас что так много? Все, друзья мои, ладно, вас тоже много. Надеюсь, будет лайков, здесь будет много. На этом все, пока-пока. Пока-пока. Пока.